же быстро вы забираете лайки. Я просто в шоке. Третья часть. Я думала, на первой части все и закончится. Но если вы вдруг хотите четвертую часть, тогда новый челлендж для вас. 40 тысяч лайков под этим видео. И тогда, и только тогда выйдет четвертая часть. Символично. Можно реально сломать ногти. Не понравилась эта штука. Не
забыть наложить звук. And rate 1204 спрашивает, сделай ASMR с твоим любимым объектом в комнате. К сожалению, я не смогла поднять кофемашину, поэтому просто таппинг по этой штучке. Я забыла, как она называется. Понять, простите. Следующее задание. Сделайте ASMR с 10 разными фруктами. Хорошо. Таппинг по домику Спанч Боба. Гранат. Манго. Кстати, я никогда не пробовала драконий фрукт. По вкусу безвкусная киви. Чувствуются семечки, но вообще безвкусно, как будто какой-то замороженный лед. Может быть, не сезон. Оказывается, она легко очищается руками. И что ее прям так есть? Она похожа на яйцо, мне противно. Я боюсь. Боюсь. Она похожа на яйцо. На вареное яйцо. Сами посмотрите. По текстуре. Похоже, как будто это яичко.
Кстати, вторая была гнилая. Маракуйя была явно немного подпорчена, потому что я знаю, какая маракуйя на вкус. А вот предыдущие продукты, я не знаю, какие они на вкус. Надеюсь, я не съела ничего испорченного. Желтая киви. Космобой спрашивает, медленный таппинг. Окей. Тороплюсь. Назар, 174 спрашивает.
спасибо. Сделать тапинг по 100 цветным носочкам. К сожалению, у меня только белые носочки. Других я не признаю. Показать своего парня. Он далеко в тумбочке у кровати мне нести. Ну а сейчас мы сможем пронаблюдать раздвоение личности. Патрик и Санек. Вероятно, сейчас говорит Патрик. Снимись, больно. Потом, секунду спустя, врывается Санек. А если серьезно, то 20 зеленых триггеров. Но потом снова Патрик. Не, а с другой стороны, снимись, больно. Но потом снова врывается Санек. Ладно, шучу. Так и не поняла, мне сниматься или что мне делать? Погладить кошечку. Кис-кис-кис. Я котик, ты котик. Придумать одновременно раздражающий и расслабляющий триггер. На ум мне приходит дождь. Когда ты дома, дождь тебя расслабляет. А когда ты на улице, он тебя раздражает. У нас вновь акробатические задания. 2 часа на одной руке прыгать. Прочитать рэп шепотом за 1 минуту. Ну, из рэпа я слушаю Эминем. Но эта миссия невыполнима. Нет. И было очень-очень много заданий, связанных с моей собакой. Просто очень много. Я в шоке. Поэтому я вынуждена прокомментировать. Вы наверняка хотите увидеть милого пёсика в кадре. Я правильно вас понимаю. Но, к сожалению, моему пёсику уже очень много лет. И он старенький. И у него где-то уже нет шерсти. Нету практически зубов. И он практически не видит. Летом я ездила делать ему операцию на глаза. Не могу сказать, что она очень сильно помогла, но до операции он не видел вообще. После операции он видит, знаете, как будто бы тень, образ. То есть он может как-то ориентироваться по квартире, не врезаясь в предметы. Поэтому я бы не хотела показывать его в кадре, как-то лишний раз напрягать. Ну, как-то так. И вообще, на самом деле, знаете, я, наверное, поняла, что я вообще больше животных не хочу, ни котиков, ни собачек, никого. Серьезно. Потому что я слишком сильно переживаю, когда они болеют. А породистые котики и породистые собачки, они часто болеют. Вот у меня раньше были котики с улицы. И я ни разу не была у ветеринара. Ни разу. Ноль. Зато когда у меня появилась породистая собачка, каждые 3-6 месяцев приходилось идти к ветеринару. Но я уже не говорю о том, что нужно там постоянно ходить, подстригать ноготочки и всякое такое. Делать гигиену полости рта под наркозом, между прочим. Но иначе с зубами просто нереально. Никакие там косточки не помогают. Написать в тетради смерти мое имя. Я, честно говоря, немножко суеверна, хотя мой разум говорит, что это полный бред, но писать я не буду. И сделать ликинг своей ступни. Так. Сделать таппинг по своей попе. Можешь высунуть язык и сказать, у тебя есть вкусняшки, красавец.